Здесь бывает одиноко. Мне нужно вернуть воспоминания, стертые Кри. Тетя Кэрол! Капитан Марвел. Ты Кэрол Дэнверс. И тебе была дарована великая сила. Еще до того, как ты стала стрелять из рук. Я этим бешу людей. Думаю, не только этим. Ну что будет, когда я обрету свободу? Обещаю, я ненадолго, лейтенант Шалунья. Капитан Рамбо. Ты улетела. Мама умерла. Когда я вернулась, нам приказали исследовать земные аномалии. Моника, стой! Ну как ты? Нормально. Теперь я могу управлять электромагнитными полями. Я очень рада за вас. Где наша дочь? Да, где Камала? Камала? Господи, божечки мои! Здрасте. Мисс Марвел. Где ты это взяла? Бабушка прислала по почте. У вас бывало, что о чем-то мечтаешь, и это сбывается. Но в мечтах все было гораздо круче. Хочешь спасти мир? Так иди и спасай. Что происходит? Мы меняемся местами, когда используем свои силы. Выше. Дальше. Быстрее. Вместе. Капитан Марвел 2. В кинотеатрах в ноябре 2023-го.